себя. Некоторые спрашивают, как вагон идет. Новый. Ну, это же новый вагон. Да. Червяк. Просто спрашивают, как идет плавность, как этот, как чувствуется. Спрашивают, если, например, сидишь в третьей секции, чувствуются ли тележки первой секции? Ну и сам. Три штуки там. Ну и в Минске должны были быть. Точнее, они есть, только они без тележек стоят. Ну, народу нравится. Согласен. Потому что по сравнению с прежними, конечно, это какая-то разница большая. А так довольны. Если честно, то лучше пустить червяк, чем СМИ. Ну, два вагона. Это система уже раньше же были же, система. Я думаю, то, что кондуктору более удобнее. То есть, ну, если переход из, грубо говоря, из одного вагона в другого, то же, как получается, два вагона практически. Ну, вот. Здесь два кондуктора же работают. Ну, да. Ну, а раньше сколько? Один кондуктор на когда системы же были же. Без билетов? А? Там без билетов ездили в половине. С билетами. Ну да, бывало так. Там же компьютер надо было самим, а не каждый гражданин сам себя увеличивал. Да нет, увеличивал. Я когда помню... Были талоны, которые надо было самому пробивать. Нет, оно было до 2000 года, а с 2000 года там уже шла кондукторная система. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не забывайте оплачивать проезд. Заранее готовьте деньги и карты от вас. Уважаемые пассажиры, Dear passengers, don't forget to pay for the line. Make sure your money and payment cards are ready in advance.
это тут доложь. Вошли тут бра. Да, да, да.